Реставрация подушек и одеял постепенно превращается в налаженный, востребованный и прибыльный бизнес. Это связано с ростом аллергических заболеваний, болезней цивилизации. Воспользовавшись услугой, клиенты видят, как потрепанные и невзрачные подушки становятся презентабельными изделиями. Для начала бизнеса потребуется аренда помещения и покупка оборудования. Также следует выбрать место с притоком клиентов и транспортной развязкой. Достаточно помещения в 10-15 квадратных метров. К арендной стоимости следует прибавить затраты на ремонт, электричество и коммунальные услуги. Для начала бизнеса необходима специализированная машина, стол для упаковки подушек, швейная машинка для зашивания отреставрированной подушки, бытовой пылесос. Сразу нужно определиться с поставщиком различных цветов тканей. Бизнес окупится за 4 месяца при начальных затратах в 2-3 тысячи долларов. Перьевым подушкам нет альтернативы, поскольку изделия с искусственным наполнителем часто вредны для здоровья. Пуховые подушки на отечественном рынке стоят дорого, поэтому для клиентов актуальна их реставрация, а также перин и одеял. Реставрация вернет полезные свойства и продлит срок эксплуатации изделий за короткое время. Это проверенный бизнес для предпринимателей, начинающих дело с нуля. При правильной организации данный бизнес принесет постоянный доход с минимальными затратами. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.